Лекция является в какой-то степени инициацией, где человеку или людям в целом, группе, дается возможность понять, еще раз повторяю, учение, это первое базовое понимание, понять, кто есть этот мастер, прочувствовать и оставить впечатление. В какой-то степени во время лекции происходит и очищение тоже. Очищение от негативной программы, от негативных программ информации, в целом кармы, потому что идет выравнивание поля. Это очень серьезная внутренняя работа. Ее проводит мастер, если он действительно обладает таким уровнем.